Ты мне так и не перезвонил вчера. Прости, я помогал моей тете. С ней все в порядке? Да, ее взяли в заложники в банк. Оставайся здесь, я найду телефон и вызову полицию. Питер Паркер, ты очень странный парень. Что-то тут нечисто. Парни, вы знаете, что делать? Пума, с каких это пор ты занялся угоном машин? У тебя хватило глупости пойти за машиной и угодить прямо в мою ловушку. Взять его! Раз, когда будете устраивать засаду на кого-то, сначала проверьте, что он не супергерой. Держите гада! Не будем терять время, паучок. Продолжим, если ты еще в состоянии. Иди сюда! Иди сюда! Займемся делом. Ну давай, человек-пук. Займемся делом. Обнаружено, грабители задержаны, а время еще даже не обеденное. Проблемы только начинаются, Человек-паук. Сдавайся, Человек-паук! Пытаешься справиться со мной, Человек-паук? Неплохо для насекомого! А сейчас ты должен упасть, Пума. Ты что, сценарий не читал? В помещении ты неплох. Посмотрим, каков ты на улице. Thank you.
Не меня ищешь? О, ты сбавил темп, Человек-паук. А я даже не дрался в полную силу. Давай же! Паук, нравится? Ты куда? Уже уходишь? Мы же только размялись. Тебе конец! Не будем терять время, паучок. Продолжим. Ну что, Пума, сделаем так, чтобы тут стало чище, чем когда мы пришли. Сдавайся, Человек-паук! Вот и мы опять.
земля. Паук. Сдавайся, Человек-паук. Ладно, ладно, я сдаюсь. Ты выиграл, Человек-паук. Все это время ты дрался со мной, вместо того, чтобы защищать свою подружку. От чего ее надо защищать? Что ты ей сделал? Кто я? Ничего. А вот Док. Ок. Что-то не так. Надо добраться до Мэри Джейн. Где ты? Ты сказал, что вызовешь полицию, но здесь никого нет. И как ты угадал? Я еще полицейский. Ты бы так же поступил на моем месте, верно? Где ты вообще находишься? Мэри Джейн? Алло, Мэри Джейн?